аккуратно. Блять, это хуёво. Так, давайте думать. Туда нам надо вниз? Да. Да. У тебя граната есть? С собой. Выложу. Ты же чисто... Так, давайте. Возьмем. Ну давай я туда. Руки дробовики. Тоже. Давай, давай сюда, ты первый. Ты же у нас лучший стрелок. Так, Хельмут и профессор Гилёв, вы идете позади нас. Это, конечно, бы трос лучше натянуть. Да. Что нет такого? Давайте аккуратно. Страхую. Да, нормально. А давай, след... давай, следующий. Дальше. Да. Я поймал. Пьёт всего. Тише, осторожно, прыгайте. Вот это да. Блять, у меня другой вопрос, как мы вылезать отсюда будем. Примерно так, так же. Держимся вместе. Так. Дальше двигаемся. Все, нейтрализовали. Так, тут распутье идет. Сейчас сначала проверим правый карман. Так, тут все, тут пусто, прохода нет дальше. Возвращаемся назад, идем дальше. Контролер впереди. Сейчас собираемся вместе и зажимаем по нему. Готовы? Готов. Занять позиции контролера на мушку. Все взяли? Так точно. Не вижу. Вижу. Все взяли на мушку? Да. 3, 2, 1. Дальше двигаться. Возьмите, собственно, непосредственно с контролера какие-нибудь экземпляр чего-либо. Важный документ. Да, прикройтесь, чтобы обидеться. Может, подождем чуть, можно я перекушу? Давай, перекуши. Стойте, давайте, у меня граната с собой. Давайте я туда иду. Ты же сказал... Нет, да, не, вот надо, не надо. Ну ладно, как хотите. Давай, сейчас попробуем залезть. Так, я спускаюсь. Перезарядиться сейчас. Дай перезарядиться. Да зарядить барабаны. Я залез на уступ. С той стороны вроде все чисто. Сейчас по уступам. Нормально можно слезть. Я внизу. Вообще ни разу. Контролер!
быстрее к вертолету. Я наверх. Что за психи стоят? Привыкайте. На воде. Где-то на воде. А, вижу. Под вертолетом. Двое у нас получается, под вертолетом двое. Что забыли за психи с ножами? Мы сами не знаем. Может, бывшие сталкера? Нет. Собака. Заряжаю еще. Все нормально. Еще иду справа. Таблеточки. И дай бог не заболеть там. Переускоряемся, то заболеем. Большое скопление зомбированных. Двигаемся, продолжаем движение. Все, идем, все идем. Дальше добраться сейчас до Шевченко.